Дамы и господа, здравствуйте! Какая бы праздная или счастливая жизнь ни была, человек всегда умирает в одиночестве, даже если в этот момент вокруг него многолюдно. Некрасов Николай Алексеевич. Ах, были счастливые годы. Жил шумно и весело я. Имел я большие доходы. Со мной пировали друзья. Я с ними последним делился. И не было дружбы нежней. Но мой кошелек истощился. И нет моих милых друзей. Теперь у постели больного, как зимняя вьюга шумит, в ночной своей кофте сурово старуха забота сидит. Скрипя, раздирает мне ухо ее табакерка порой. Как страшно кивает старуха седою своей головой. Случается, снова мне снится то полное счастье житье, и станет отраднее биться изнывшее сердце мое. Вдруг скрип, раздирающий ухо, и мигом исчезла мечта. Сморкается громко старуха, зевает и крестит уста. Спасибо.